Доброе утро, мои дорогие. А я сегодня уезжаю. Ну, в Питер. Пока Питер. Все у меня спят у Марины. Одна я подорвалась. Но это у меня святое. Как в дорогу я спать не могу по-человечески. Вот. Хочу вам чего объяснить. Я снимала видео, но у меня не было с собой ноутбука, и я не могла выложить. Сосульки так и висят, но не видно их плохо, в темноте видно. Вот. И поэтому теперь получается так, что вот эти видео... Последняя в Томилино и Маринино, они уже раньше сняты, чем вышли. Ну, ничего не поделаешь, жизнь такая. Чудесная была неделя. Чудесная. Вот, я еще раз у вас прошу извинения, что я ни в WhatsApp не выходила вообще, ни... Вообще связи ни с кем не имела. Но иногда прям хочется от всего отдохнуть. Забить на все, как говорят. И пожить обычной человеческой жизнью. Устаешь. Вот вроде бы по чуть-чуть и снимаю я кусочками, но все равно... Все время об этом думаешь, хочется прям забить на все. Вот, а потом, почему? Я же поехала к Марине буквально там на пару часов. Ну, кто ж меня отпустит? Вот, поэтому я ноутбук не взяла и осталась без... Господи, как сказать-то? Без инструмента. Вот. Так что вот жду, не знаю, во сколько ребята за мной приедут. Ну, наверное, пораньше, потому что ехать-то все-таки. Серегина груша висит. Он же у нас спортсмен, в бывшем боксер, вообще такой силовой товарищ. Ну, так что, ой. Я вот все не устаю восторгаться снегом. Еще и морозов-то сильных нет. И такая красотища. Жалко уезжать от ребят. Я их очень люблю. Я по ним очень скучаю. Но надо. Саша с Даней на работу. И так их отпустили все-таки. Вот. Так что сегодня у меня будет дорога, мои хорошие. Сейчас поснимаю я вам Маринину мебель антикварную. Ну так, в тишине, потому что спят все. Я каждый раз снимаю. Но есть же люди, которые не видели. Все это, конечно, надо реставрировать. Но сами понимаете, сколько это денег. А жизнь как-то не становится проще с каждым годом. Кто помнит такие диваны? Я помню. В детстве. Вот какой пуфик у нее. Да, вот такая вот красота. Ой, у нее снимать можно сутками, понимаете?
чего тут только нет. Вон, посмотрите, какие ложки с фруктами, с цветами. Ой. И тюбетейки тебе, и отовсюду, откуда были, везли тоже все. Мадонна, а как без нее? Да. Я прям вот, я не знаю, как это называется, витрина или горка. Я просто вот от нее прям в восторге постоянно. А сегодня мы едем другой дорогой. Через Ивантеевку, Ярославское шоссе. Все, попрощались. Приехали. Саша с Даней за мной. Все, мы поехали. Да, тихо. Обычно такие пробки. Ну, какой лес. Не успели отъехать, Марина звонит. Я ж забыла тебе таблеток дать. Я говорю, у меня же есть с собой. А я ж переживаю. Ай, Господи. Переживательная моя. Дорога ужасно грязная. Просто все уделывается. О, прям видно стало. Ой. Красотища такая. Кошку выпустили. Она немножко полазила по машине. Вроде чуть-чуть успокоилась. А то прям мявкает, мявкает. Дрожит. Потихоньку едем. 450 километров проехали. Уже осталось меньше половины, что гораздо приятнее. Ну вот и тайга потихоньку привыкает ехать. Тайга, а? Ухом шевелит. А то мне писала зрительница: а где же ваша тайга, которую вы привезли из Питера? Как где с Сашей, с Даней в доме была? Потому что у Танюши, у нее там 3 кошки в доме. Зачем ее туда? Нам драки не нужны. Теперь домой едет. Саша сразу заметила, говорит, отъехали от Москвы ближе к Питеру, все, и снежные шапки пропали. Не, ну так-то есть тоже снег-то. Вот так вот, авария все-таки, нашли друг друга. И пробка на дороге на платной. Мы ехали-ехали, и наконец приехали. Но еще не все, нам еще надо к Саше на работу заехать, забрать ключи, еще в магазин надо. Спасибо. Заехать. Все. А? Машина вся грязная. Сейчас скажу, Императорский фарфоровый завод. Хороший фарфор императорский, да. На такие фильмы смотреть.
они, питерские мосты. Вот, мы приехали. Сашка на работу побежала. Она вот тут работает. Ключи забрать, чтобы завтра приехать. С утра. Это центр Питера. Данька устал, конечно. Без привычки, он же еще не ездит так далеко. Ну ладно, доехали. Грязнючая машина. Сейчас, через 15 минут будем дома. Заедем в магазин, купим поесть и домой. А, так это мост. Да. А я не пойму, думаю, что такое красивое. Ты видишь, там у него есть справа, короче, башня. Приехали. Вот скажите, как можно в такую маленькую машину вот это все впихнуть? Вот это все. Вот, вот, а? Скажите, пожалуйста. Тут и лук, и картошка, и банки. И вот, вот это надо срочно в морозилку, чего тут только нет. Спасибо, Танечка и Андрюш. Таскали, сейчас таскали. Ой, мои дорогие. Ну что, пока разгрузились. Мы втроем, в три захода все это таскали. Там тяжеленные банки. Ой, всякого-всякого. Пока разгрузились, разобрались. Пока поесть я приготовила. Ребята все разбирали. Поели. Половина белья грязного постиралась. Мои уже лежат. Я думаю, сейчас пойду покурю на балкончик. Хотела выложить сегодня видео, но время уже 10 вечера, бесполезно. Завтра выложу. Ой. Ну, что хочу сказать. Уже все. Ни руки, ни ноги не работают. Вот вроде бы чего делала, да, сидела в машине. Ноги затекают, что-то спина устает. Не 16, поди. Ладно, мои золотые. Спасибо всем, кто досмотрел. Ну, мои путешествия на этом не заканчиваются же. Мне еще в Крым надо возвращаться. Но это я, наверное, через недельку, может быть. Вот. Сейчас еще дел у меня много. Вот. Очень жалко, что не увиделись с Ларисой Артамоновой. Очень жалко, но я надеюсь, все равно увидимся. Я ей позвоню. Хотела сейчас, но уже поздно. Завтра позвоню, я ей объясню, почему мы с ней не увиделись. Спасибо, мои дорогие. Завтра буду с утра смотреть комментарии последних видео, потому что не смотрела вообще практически. Не до этого было. Но посмотрю. Вот, на какие-то вопросы, может, в видео отвечу. В общем, посмотрю завтра. Спасибо, мои дорогие. Ну что, праздники подходят к концу. Слава Богу. Нет, я очень рада. Я всех увидела. Все прям вот... Ну, устала. Хочется просто заняться делами своими. Ну и отдохнуть, наконец. Хотя вряд ли это получится. Мне надо ехать на Апраксин двор. Надо на уделку съездить. Еще заказать фурнитуры. Ну, в общем, еще дел-то хватает. Я почему, собственно, вернулась сюда еще на недельку. Вот. А вы, мои золотые, давайте не болейте.
Ладно? А те, кто болеете, выздоравливайте. Хватит уже баловать эти болезни. Куда ни ткнись, кого ни спроси, все болеют. Да что ж такое-то? Прекращайте мне это. Давайте, выздоравливайте. Пусть у вас все будет хорошо. Я на вас надеюсь. И пишите комментарии. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Все, мои золотые. Ой, пока-пока. Пошла я спать. И вам всем спокойной ночи. Пусть ничего не болит. Ладно? Пока.